Ку-ку-ку-ку, ça va, vous allez bien? Сегодня я к вам с очередным разбором, и сегодня мы с вами коснемся немножечко предлогов местоположения какого-либо предмета. Перед тем, как перейти к основному разбору, как всегда, я приглашаю вас подписаться на мой канал, потому что здесь у меня только самые нужные и самые важные тонкости французского языка, которые вы зачастую не найдете даже в учебниках. Сегодня в этом видео я хочу коснуться всего лишь одного предлога места, физического местоположения предмета. Почему-то этот предлог не оседает у нас в голове, почему-то у нас не отщелкивает, где его нужно использовать, а он используется достаточно часто. Давайте сначала вы мне переведете фразу. Как вы мне переведете фразу? Кровать стоит у стены. Если сейчас вы мне начали переводить с предлогами «à côté de», «près de», «proche de» и так далее, то нет, это неправильно. Значит, смотрите, когда у нас что-то стоит вплотную к чему-то, то есть плотненько, не на расстоянии, а именно плотненько, мы используем с вами предлог «contre». То есть предлог «contre» — это и будет предлог «у» чего-то вплотную. Поэтому мы с вами скажем «Le lit contre le mur». «Le lit» или «un lit». Без разницы, что я здесь буду использовать. Определенный, неопределенный артикль. Это учебные фразы, нет контекста. Поэтому для тех, кто всегда именно зацикливается на том, какой артикль использовать, можем здесь использовать абсолютно любой. Это, например, в гардеробной комнате комод стоит вплотную к шкафу. Значит, мы здесь можем сказать «La commode est contre le placard». La commode est contre le placard. Если я скажу la commode est à côté du placard, это будет означать, что между ними есть какое-то расстояние. То есть они не вплотную, а есть какое-то расстояние. Если я, например, возьму мою любимую доску, вот с этой доской я веду свои уроки. Если я сижу вот так вот от доски, то это будет je suis à côté de mon tableau. Если же я сделаю вот так, видите, расстояния нет. Je suis contre mon tableau. Je suis contre mon tableau. Например, холодильник. Мы не можем с вами поставить contre le mur, потому что между холодильником и стеной должно быть расстояние, ну, по правилам эксплуатации холодильника. Поэтому on ne peut pas mettre le frigo contre le mur. Juste à côté du mur. Понятно вам? Ну а если мы уйдем от этой темы, от физического местоположения, то предлог contre уже будет переводиться как против, против чего-то. Tu es contre moi. Tu es contre moi. Либо, когда я хочу сказать, а я против, да, кто-то есть за, да, принимается на общем собрании какой-то вопрос. Есть люди, которые за, и есть люди, которые против. Il y a des personnes qui sont pour, которые за. Elles sont pour. И имеются люди, которые против. Il y a des personnes qui sont contre. Contre. Être contre – это быть против. Надеюсь, вам это видео было полезно. Вы впредь будете использовать этот предлог. Ну, а мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока!